необходимы сепарации, что есть пубертатный период, что в этом периоде ребенок пробует разные стили жизни, разные ориентации, и тем самым возникает конфликт, потому что отец хочет одного, а сын хочет другого. И это нормальное состояние человеческого общества, если у нас есть конфликты, потому что мы разные. Это не конфликт, в политике это проблема.